Ведь откуда берется цена? Это когда чего-нибудь не хватает. Пример такой, когда места полно было на дорогах, и стоянки были бесплатные. То есть ставь автомобиль где хочешь и не плати. Когда дефицит появился стоянок, сразу появилась цена на этот дефицит. Поэтому если бы правители так делали дорожные движения, перемещения, чтобы не было дефицита, тогда и цены на стоянки бы не было. То есть скоро за воздух будем платить при такой вот системе управления, как продавец воздуха, помните фантастический роман Беляева?